Всем привет! Сегодня я покажу, как легко и быстро можно запечь багеты с шампиньонами в посуде АМЦ. Взяла такие багеты с шампиньонами. На упаковке стоит: разогрейте духовку, выпекайте 13-15 минут. Я покажу, как можно за 3 минутки испечь в посуде АМЦ. Я буду нагревать емкость 3,5 литра на 24 сантиметра диаметром. Плиту включаю на 6 и ставлю сторож на программу мяса. Сигнал. Выключаю плиту на 0. Выключаю сторож. Открываю крышку и укладываю замороженные багеты. Переставлю кастрюльку в крышку и переверну плиту. Плиту включаю до конца на 2 полоски и на стороже ставлю время. Нажимаю на плюсик, загорается 10 минут. На минус убавляю до 3 минут. Идет немножко пар, это нормально. Сигнал. Выключаю плиту на 0. Выключаю сторож. И смотрим, что получилось. Вот такие хрустящие багеты у меня получились всего за 3 минутки.